Why waste a good opportunity for pain? Приветствую, дорогие друзья. В этом выпуске, в принципе, тематически то, про что это все было, да, эксперимент в Хоукинсе. Что бывает, когда ученые-долбоебы открывают дверь, куда не следует, и из этой двери вылазит нечто, вроде вот этого парня. Ну, собственно, как бы это родная карта Димона, по сути-то, блядь. Вот только в катку зашел Стив Харрингтон с сотого престижа, так что я вангую разъеб, причем, ну, максимальный. Просто максимальнейший. Ну, потому что я еще так за Димона что-то давно не играл уже, даже не помню, что он умеет. Я думал, в порядке стоит. Она думала, я буду бить, а я ошибся и не разбил, а она ошиблась. Вообще похуй. Да ладно. Не слышал меня, да, засранец? Фонарик. Не успела. Да ладно, блядь. А вот это сейчас что была за хуйня? Мэкси. Бать, они пролетки продают направо-налево. Ну разве, блядь, тут много чего надо для выигрыша? Знай палетки, сливай и все. Да блять, вот тупая игра. Ну ладно, тут перк зарешал. По факту. Ломает. Ломай, падла. Я сейчас новый поставлю щепуху.
Я лечу. Нормально. И палетку не сломал, и хит не пробил. Вообще замечательно. Но она не ранена, она ни разу не висела. Ну нахуй, наверное, вообще в пизду. А вот тут неплохо сработано. Не знаю, как он так на меня налетел. Я вроде бы без инвизи зашел. Ну, палеток мы посносили, тут уже просто ёбнешься сколько. Ага. Ловушка, приятель. Попал. Не знаю, как дотянулся, блядь, пальцами. Воткнулся в него. Я смотрю, вечер перестает быть томным, да, ребята? Тут не дотягиваюсь, да. Тут ошибся. Здорово! Он, наверное, сам в ахуе. Блять, а чё он какой-то неуязвимый? Сука. Я знал, что он сейчас, блять, повернет туда. Я был просто в этом уверен. Значит, на второй этаж хотел, да, козел? Сейчас мы тебя туда отправим. Сдох. Сдох, скотина! Поехали. Что такое, Стив? Надо было лечить кровотечение, говнюк. А то ты слишком много хитов наловил за один раз, неуязвимый гаденыш. Стоит, чекает. Да ладно, но тут был хит, честно. Чистой воды хит. Чистый, честный хит. Но эта сучка там рашит еще где-то. Палетки заканчиваются, дорогая. Теперь, мой друг, вопрос на миллион. Хватит ли ей палеток отмансить еще два гена? Она поняла, что здесь нет выхода.
Да, блядь. Ну, палета, кто ты ёбнешься, нахуй. Блядь, наверное, больше, чем на Гидеоне. Я уже заебался их ломать. Сука. Ну, когда-нибудь они закончатся, я надеюсь. Неужели, блядь? А что-то Бладлас нихуя не накапливался. Я столько бегал за ней. Дрянь. А, ну ей два гена еще так-то чинить, не один. Но я почти в правильном направлении прибыл. Блять, а побыстрее ты можешь бежать, дружище? Вот чуть-чуть бы побыстрее. Да, блядь! Гнида! Вот если бы я её догнал, конечно. Но я её не догнал, к сожалению. Блядь, она первый раз висит. Ну а так ГГ, и на выход как бы. Ага. Пощады не будет. Не сегодня, блядь. Сучки драные, вы меня так взбесили, ну. Я запотел тут за вами гоняться, вы все умрете. Димон злой, Димон убивает. Хорош. Дима молодец. Запотел как не в себя, но смог. Да, Стив Харрингтон сотого, блин, престижа что-то меня расстроило. Я ожидал большего. А? Мужик. Настоящий мужик. Мачо. Жесткий. О, а скилочки дропнулись. Тоже неплохо. Да. О, кстати, он в тематичном месте появился. Как будто он из изнанки. А, у меня еще... Да. Он не со старта может прыгать. Ну, здесь, кстати, карта достаточно такая. Я вам не мешаю. Чуваку вообще похуй, походу, было, да? Я, да, я сам испугался, брат. Так. А другой два это держим. Здорово. Прошло уже. А, чуть-чуть. Все разбежались, да? Ну это Двайт.
Я-то вообще-то планировал немножко другое. План был не в этом. Блять. Куда-то меня в сторону бросило. Не успел, братан. Ну чё, опять? Ну, блядь, закончилось у меня уже тут меня. А чё он прыгнулся, когда прыгнул? Это подвал. Ну, я надеюсь. Так, всё, тьма прошла. Вроде здесь. Прыгнул. А, нихуя себе скилловый. Ага, видел. Да ладно! А на него же должно действовать это. Весы. Как бы план был в этом. Осколок. Осколок. Ну хуй с тобой. Зато второго не будет уже. О, позорище. Она мне в рот воткнула этот фонарик и умудрилась промазать. Нет. Я думал, они где-нибудь здесь тусуются. А как ты здесь оказалась, дрянь?
Так, тьма проходит, что ли, что? Блять, вечно они в ту сторону дергаюсь. Ну ебать, они там рашат, ну. Вроде бегают, все хуйню и занимаются, а все равно рашат. Блять, ебаная сурвой. Гандон. Что происходит? А, вы не хотите, чтобы я его поднял, да? Блять, это конь. Няшка из-под коняшки, блядь. Нихуя он там умотал его, да, блядь. Конченое место, я здесь всегда путаюсь. То есть чувак пробежал, блядь, специально, чтобы меня заслепить? Ну не отморозки ли? Блять, везде шаги. Еще и вылечился. Ну. Да, блять, я их слышу, но не вижу никого в упор. Угу. Они все здесь? Блять, у них там какая-то хуйня, он прям мгновенно поднимает за долю секунды. Они все здесь, но рашить. Но рашить, пидорас, успевает все равно. Я здесь. С ума спрыгнул. А, они типа хуйней начали заниматься, да? У нее там осколок, наверное, блядь, скорее всего, да? Поэтому она так выебывается. Все тут тусуются, бля. Это кто? Это лысый Двайт. Ага. Блять, они везде.
Ну, не одного, так другого, хуй с ним. Ну, они просто хуйню там занимаются. Да ладно, он сдох. Ха-ха, он сдох. А все почему? Потому что ребята начали заниматься хуйней. Здорово, говнюк. Они вроде нормально играли, а потом решили повыебываться вот в эту, блядь, хуйню свою. Эпик сейвы, блядь, спинки, фонарики. И это стало причиной их поражения. Минус 2 Двайта. Ладно, эти задроты-то могут с фонариками убежать еще. У них адреналин у обоих, да? Угу. Так, вижу следы. Ну, а... Так, это Леня. Так, ну одному будет... Ну, когда их там трое бегает вокруг одного лежащего, это да. Но когда их всего двое осталось... Им будет значительно... Ну, хотя да. Опа, адреналина нет. Леня, а чё это? Где адреналин твой? А нахуй ему адреналин, у него есть конь, блядь. А у меня есть крюк. Эта дрянь где-то вылечилась. Нам будет готовить ворота. Так, главное не моросить. Главное слушать внимательно. Она может его продаст просто-напросто. Какие ж ворота она открыла? А, ну теперь я могу вообще в лобовую ставить, потому что... Мандавошка, блядь. Ворота открыты, я теперь могу в лобовую атаку ставить просто. Вот так вот, да? Бросаешь? Бросай. Продал мандавошку, как сука. Героический Леня. Ну ладно, ладно. Грязь неплох. Правда, мне, по-моему, ни разу перк-чайки не... Ну ладно, не то, что грязь неплох, просто сурвы долбоебы. Ну, а объективные долбоебы. О, 9000, все, можно покупать скрученного. Ну, они объективные долбоебы. Вот если бы они не начали вот в эту спасательную операцию свои устраивать... Тьф, желтый. Я на один единственный осколок в катке налетел. Если бы они этой херней не начали заниматься, конечно, у них были шансы. А так, сами себе все обосрали. Ну что, приятель, потерпим?
Что-то за пирамиду. Не, я играл против него здесь, но за него что-то я плохо помню. Система поиска пидорасов активирована. Пидорас найден. Ха-ха-ха, поймал засранец. Даже подсвет аура не понадобился. Хорош. Даже подсвет аура не понадобился. Ну как бы тактика-то моя, да? Тактика тактическая. Ударил ген, получил инвиз, заслепил ауру и пошел и башню. Ладно, давай пойдем. В инвизе побегаем. Но она меня, может, и слышала, но просто хуй забила. Да, целая толпа народу, а я им ничего не сделал. Баланс. Бля, если бы я знал, что она будет так медленно перелазить, я бы ее въебал. Не прострелил. Бля, тут закрыто. Я просто понял, что она будет сейчас к дверям прорываться. На нахуй. Подрывов у нас никаких нет, да? Блять. Крюков что-то тоже поблизости не очень. Роковая ошибка. На нахуй. Глаз не рсы, детка, глаз не рсы. Лучший перк Ever Made вообще просто. Самый топовый. Началась паника. Да? Баланс не сработал. Баланс говно. Мне кажется, это или это похоже на жесткий разъем. Ну, по крайней мере, начало было бодрое. Зря. Очень зря, дорогая. Да еще и под крюком. Успех. Я даже ни одного гена не пнул еще. Моя тактика не очень тактично работает. Где они все? Блять, это я делал, слышу беготню. Блять, отличились, суки. Мне это не нужна колбаска, мне нужна вон та колбаска. Которая уже два раза висела.
Даны. Ты мне нужна, дорогая. Вот, сука, баланс. Тут прокнул, да. Я все не боюсь, что у меня выбраться нет. Без него грустно. Блять, лестница так далеко. Да ебаный! Давай, пирамидыч, ты сможешь, я верю. Хорош. Так, надо пнуть этот ген. Ни одной ауры не увидел, нихуя. Зато я тихий. Я беззвучный. Пока тут генератор регрессит. Ага. Я видел кого-то. Некое тело. Так, он либо отрегрессил, либо учинить начали обратно. Его, скорее всего, начали чинить обратно. Поймала. Вот и наша тактика работает. Да? Пухляш. Тактика работает. Ой! Какая неприятность. Не, вот это неприятность. О, подвал. Подвал-то, ну, неплохо. Бля, ну какой-то подвал могли бы немножко по-другому нарисовать. Все-таки это ж в лаборатории. Какое-то движение. Фиксирую какое-то движение. Да, Эйс? Угу. Сигнализация сработала. Так, а Клоуди Моуди, по-моему, ГГ. Ну, ни в одного не попал. Блять, они все здесь. Так, ну все, по крайней мере, бегают и хуйню занимаются. Умри! Ах. Запороть кладетку. Как это приятно. Как свинью. Отличилась срань. Они всегда успевают в тайминг. Попробуй еще раз.
переиграл сам себя. Я думал, я сейчас сделаю то, что я хотел сделать, но застопался и, короче, как обычно. Да реально, блядь. Ну, если там сейчас успеют надрочить генераторов в его тонну. Не про канала, дорогая. Ошибся я немножко, да? А куда она улетела? Блять. В одной комнате два гена? Ну он пойдет ее спасать, блядь, только почему... А, я не вижу, типа, клетки, что ли, теперь? Ха! Дотянулся! Вау! Incredible! Ну да, у меня же стоит эта восковая хуйня, которая мне, типа, увеличивает. Ну это жестко. Вот это моя тактика. Я в инвизе подкрался и, блядь, нихуя себе через две комнаты, по-моему, прострелил. Ну это было круто, согласитесь. И да, я все еще в инвизе. Все-таки тактика рабочая. Да, вопрос в том, куда он пойдет. А, меня снова слышно, блин. Не, ну тут как бы ГГ. Ну, чисто по-честному он выиграет. Просто потому что, ну, нереально тут. Максимально нереально вот это законтрить. Если бы я был в инвизе, например, еще бы какой-нибудь шанс, может быть, и был бы. Ну да, как бы тут... Тут даже, по сути, не обидно, потому что ты понимаешь, что, ну, типа, нереально эти ворота законтрить. Эти ворота созданы, блядь, я не знаю, каким уродом. Настолько далеко друг от друга. Но в целом, Пирамидыч молодец. Да, вот эта вот связочка очень даже себе хорошо работает. Прям, ну... Ах, горжусь. Но страшно, ебака. С жопой спереди, с чем-то там сзади. Ну, на этого я парня тоже особо не ставлю, он такой, ну, типа... Он ебака. Просто ебака. Ага. Так, ну она потеряла со мной зрительный контакт. Так, вот мы потом вернемся. Она уже не здесь, да? Да ладно. Ну я говорю, его способка полное дерьмо, блядь.
Это, наверное, верхний генератор, да, починили, куда я хотел только тэпнуться. Здорово. Я бы мог, но не смог. Потому что слишком долго перезарядка приходила. А, мою... Да, мою эту развеяли, я понял. Да не, ну что ты... Он такой тупой, блядь, у него такая говёная обилка. Я прям, ну, вообще даже не ставлю на него. Ну и когда маньяк не очень нравится, априори ты тоже за него играешь. Да. Я говорю, ну ничтожный. Блядь, даже чужой на этой карте себя как-то, ну, вольготно почувствовал. Оп. Да, снайпер, ёб твою мать, блядь. А, выброса у меня нет, да? Ну да. И то, что он вот эти свои штуки оставит рандом. И что-то они здесь прям упоролись их ломать. Раньше просто рашили. Ну, спасибо. Ну да. Он вообще никогда не попадает практически. Ну видишь, он, блядь, стреляет в сторону. Ну честно, не хочу даже играть вот за него. Мне, ну, настолько мне неприятен. Ну настолько тупой говнюк. Не успела. Я, кстати, ожидал, что сейчас из шкафа кто-нибудь выскочит. А желтый это что? А, тут нихуя, да? Да, зато тут хуя. А чё это синие они? А, это там эти, символы какие-то надо ловить. Какие нахуй символы, блядь? Мне бы сорвов половить. Она даже не закричала, я думал, она успела орех там какой-нибудь прожать опять, как они любят. Ну, у нас только один шанс, если кладетку загасить. Да, это я.
все. Да, да, я там отвлекся, извини. Это я хуй поймаю, давай попроще кого-нибудь возьмем. Да ладно, ты дебил нахуй. Это тоже какая-то беззвучная. Да, у них какой-то перк, видимо, которых делают их беззвучными. Там уже ворота открыты, кстати. Блять, крюк был поближе, кстати. Видите, открыли? Где эти сурвы? Они везде, они атакуют. Палетку бы еще вот эту выбить. Да не, ну тут, мне кажется, мы ничего не сделаем. Неплохо. Go next. Дубль два. Да нет, они меня исполнят. Я прям знаю. Блять, проваливай. Дрянь ебаная. Спасибо. Блять, это мой. Ну это долгая игра, ребята. Место, конечно, что такое, не очень. Ну, конечно. Уроды, блядь. Ну, я говорю, это, блядь, на какое чмо, блядь, ничтожное. Вообще, блядь. Даже закемпить не способен. А, ну да, конечно, блядь. Зашли тут уёбки задроты, блядь. Фух, ну ладно. Самое главное — это все. На этом конец моих приключений. Все, можно отдохнуть от ДБД.